Такая же незыблемая традиция в Москве, как пробки. Открытие третьего сезона конкурса красоты «Мисс В Ритме Города» началось с ярких красок и, самое главное, положительных эмоций. Такой тон задает генеральный партнер конкурса «Клуб Ля Музон». Друзья, с вами Fashion Production. Через несколько мгновений мы окунемся с вами в мир красоты, в мир женственности. Let's go! Каждая девушка индивидуальность, и в каждой девушке есть своя изюминка, свои таланты. У нас сегодня в рамках расширения границ Ля Музон «Мисс В Ритме Города». Девушки должны быть харизматичны в первую очередь, они должны быть самими собой, в первую очередь быть естественными. И это, наверное, залог успеха для того, чтобы стать «Мисс В Ритме Города». Весенние-летние образы, многообразие фасонов, цветов, тканей, тенденцию к ярким модным цветам, которыми не успели насладиться этим летом, презентует официальный партнер и спонсор показов, бренды, рожденные в Италии, Devergo и Mayo Chix. Мы сделали все от себя зависящее, мы подобрали луки, и непосредственно я тоже принимал в этом участие, поэтому если девушки будут страшно красивыми, имейте в виду, что это моя заслуга. Красоту и блеск участницы обретают в излюбленном месте столичных модниц в салоне красоты «Облака». Мы находимся сейчас в одном из салонов сети «Облака Студио». Этот салон находится в центре, и называется он «Сказочно Волшебная страна». По всем законам жанра принцессы отправляются на бал в компании Prime Limo. Карету принцессам! Карету! Prime Limo! Нет лучше лимузина. Сегодня я привезла участниц третьего сезона «Мисс В Ритме Города». Встречайте. Скажи, пожалуйста, что ощущает участница конкурса красоты «Мисс В Ритме Города» в преддверии открытия первого этапа? Ну, если честно, я немножко волнуюсь, и мне безумно интересно, что будет дальше. Давайте это оставим в тайне. Но я конкуренцию абсолютно не ощущаю, мы все такие милые, добрые, замечательные, мы сидим в лимузине. Но я думаю, что все участницы волнуются, нервничают, каждая хочет победить. Не волнуюсь, но меня переполняют невероятно классные эмоции. Ну, лично я чувствую легкое волнение, буря эмоций, немного волнения, предвкушение. Я просто наслаждаюсь процессом. Мне очень весело, это доставляет мне огромное удовольствие. Да, конкуренция есть, но я не боюсь. Одно из отличий третьего сезона «Мисс В Ритме Города» добавляется онлайн-голосование, принять участие в котором может каждый желающий. Под своим крылом конкурс красоты собирает целую вереницу звезд, модельеров, дизайнеров, селебрити фэшн-индустрии. Так, председателем жюри становится миссис «Земной шар 2013» Мария Андреева. Надо быть в себе уверенной, надо чувствовать что-то лучшее, и, соответственно, ты обязательно победишь тогда. Девушка должна обладать многими качествами, не только красотой естественной, да, природной, какой-то красотой грации или приобретенной в жизни. Она должна еще обладать духовным и внутренним правильным человеческим миром. Просто выглядеть мало. Это совокупность вообще восприятия там внешности. То, что видно через глазки видно то, что внутри. Я пожелаю, на самом деле, опять же, найти себя, найти свою индивидуальность, никому не подражать. Я думаю, что это успех. Вся фальшь, она видна на камере именно. И видна людям, если человек пытается скрыть волнение, это видна как попытка скрыть волнение. Если падаете, делайте это красиво. Она должна быть смелая, у нее должна быть красивая походка, она должна уверенно говорить и, конечно же, любить свою столицу, любить город Москва. Самое главное – уверенность в том, что ты победишь, потому что если есть уверенность, ты сделаешь все на 100%. Новый этап конкурса – это новый знак качества, ну, конечно же, опять красивые девушки. Любая хорошая модель вышла и должна продавать. Вот вышла на подиум, должна продавать. Я видела девочек, все безумно красивые, и я думаю, что сегодня победит лучшая. В течение ноября «Мисс В Ритме Города» покажет более 15 дефиле. Пластика, хореографический текст участниц в руках светского стилиста-хореографа-постановщика Александра Коника. Самое главное, чтобы она раскрепостилась и чувствовала себя естественно, это очень важно. Лиан Миранду, Евгений Галузин, Карина Стрельникова, Захар Николаев. С первого тура конкурса красоты «Мисс В Ритме Города» третий сезон только на Fashion Production TV.